Привет! Вы на канале Ника Шоу, с вами снова я, Вероника Мазур. Ну а прежде чем мы начнем это видео, потратить одну секундочку, не забудь нажать на красную кнопочку подписаться, чтобы не пропускать новые актуальные промокодики и бесплатные робоксы. Ну что, ребятки, прошла раздача роботов, я хочу поздравить всех победителей, а подробную информацию ты сможешь прочитать у меня во вкладочке сообщества. Некоторые призы, конечно, были переразыграны из-за того, что некоторые жульничали. А следующую раздачу я назначаю на цель 35 тысяч подписчиков, так что подписывайся на мой YouTube канал. А также не забывай вступать в мою группу NFT, ведь именно через нее, если ты выиграешь робоксы на раздаче, я тебе их буду передавать. Сегодня я для вас подготовила промокодик в игре Pet Simulator X. Эта игра мега популярная, поэтому я думаю, что вы ее все знаете, поэтому заходим и приступаем к промокодикам. Итак, ребятки, вышло новое обновление, тут написано, что добавили, и даже добавили самое интересное, то что добавили, знаете что, а именно голосовой чат, либо как называется, voice chat, да. 10 новых питомцев, 2 новых яйца, гигантские алмазные подарки, ну и многое другое. Ну что, ребятки, что добавили в этом обновлении? Это торговая площадь, в которой можно будет общаться в голосовом чате и так далее. А следующее, это у нас вот такие вот новые яйца, 4 новых яйца. Вот, посмотрите, у нас появились вот такие вот яйца за 12,5 миллионов фэнтези коинов и за 113 миллионов. И также тут за 5 и за 45. Также вот новых питомчиков. Посмотрите, какие миленькие питомчики с вот, собачка с собачкой на голове и также с котенком. А также добавили нового мифического питомца Локи. Он эксклюзивный, как бы, ну вот такой вот питомец, это очень прикольно. Также добавили большие подарки с бриллиантами, это именно такие сундучки, так сказать, с которых выпадают алмазы, можно АФКшить, просто заедь и добывать именно отдельные алмазы, а не бегать по всей карте и искать эти маленькие кучки алмазов. Дальше это фильтрация у нас в трейдах и многое-многое другое. Ну что, возвращаемся в игру и давайте введем первый промокод. Ко мне тут подключился мой подписчик. Привет к тебе, ты в видео. У меня есть такое ощущение, что у тебя есть какая-то горячая кнопочка, что когда ты видишь, что я в игре, ты просто нажимаешь и заходишь сразу же. Ты очень часто попадаешь в мои видео, даже на раздаче попал. Ну что, ребятки, давайте же вводить первый промокодик. Ну что, ребятки, вводим кодики. Промокодики вводятся вот этот милочечки, звездочка. Листаем самый-самый-самый низ. И у нас тут есть RDM Game Codes. Давайте запомним, сколько у меня бутиков. Это 41, 8, 49, 13. Ну что, мы вводим наш код. Вот такой код у нас идет. 3800. Запоминаем, нажимаем RDM. Он у нас везен. И он нам выдал, так понимаем, бустик. Давайте посмотрим. Да, 42, 8, 49, 13. Он нам выдал один Triple Coins Boost. Я считаю это полезным, потому что я часто их использую. Это очень помогает в развитии. Еще мне нравится, что в этом бустике действуют Triple Coin монеты на любые, собственно, монеты. Не только на эти, а там и на фантастические, на технические, так сказать. Внезапный привет! И это внезапный привет, которым я передаю привет моим подписчикам. И в этом видео хочу передать привет таким подписчикам, как Айдар, Исенов, Ярослав, Типикин, Курмет, Агаимбек, Человек 2.0, Владимир Яровой и Ваня Скаков. Ловите, привет! Ну что, ребятки, возвращаемся к нашим промокодикам в игре Pet Simulator X. Давайте же вводить второй промокодик. Открываем менюшечку ввода кодиков и идет вот такой промокод. Так вот, запомним бустики на всякий случай. 42, 8, 49, 13. Так, и вводим вот такой вот кодик. Voice Chat. Ну что, нажимаем редемчик, и он у нас введен, заходим в наши бустики, смотрим. И у нас 44, 8, 49, 13, он нам выдал еще 2, получается, трипл коин буста, и с этих двух промокодиков мы получаем 3 трипл коин буста. Давайте я куплю, у меня как раз таки бюджет позволяет. Я купила, вау, как это смотрится. Входим туда и посмотрим. А, кстати, это один отдельный плейс, нас туда закидывают.
Интересно, а если не покупать за 1 лям алмазов, можно ли по названию найти эту игру? Было бы прикольно. И вот мы сюда попали. А, правда, пока что я не вижу голосового чата. Кстати, тут что-то нам выдали. Выдали. Я видела там фейерверк какие-то. А, точнее, не выдали, а там что там рассказывают. Кстати, выглядит прикольно. Возможно, тут все общаются в голосовом чатике. Но я не знаю, как его включить. Давайте-ка изучим локацию. Тут я вижу VIP-зону чисто с алмазиками и с сундучком. А ну-ка, хочу посмотреть, сколько она стоит. Она стоит целых 400 робоксов. Я считаю, что это достаточно много для вот такой вот маленькой зоны. Да. Так, дальше у нас тут есть питомцы. Показаны питомцы. А, да, питомчики. Дальше у нас вот награда за ранг. Ну, давайте ее получим. 60к алмазов, круто. И 2 ультралаки буста. Круто. Крутые бустики мне выдались. Да. Так, тут у нас... получается, ну, наш магазин, там, где промокодики вводятся. Так, что это? А, ну, это у нас апгрейд наших статов. У меня тут все на максимум. Я уже даже забыла, как это выглядит. А дальше это сделать золотых питомцев, сделать радужных питомцев. Вот, кстати, я могу сделать... А ну-ка. Ребята, давайте вот попробуем так сделать. В принципе, неплохая идея. Из вот этих питомцев сделать одного радужного. Если у меня получится сделать его радужным, я смогу его улучшить в технолокации. Давайте, ой, 88 шансов процентов. И... да, у меня получилось, отлично. Давайте посмотрим на него. И где-где, вот на 23,3 миллиона. Я теперь смогу его, как сказать, возвысить в техноворде. Что у нас тут дальше есть? У нас есть вот такое вот какое-то здание. Вот такая вот какая-то здание. А, я так понимаю, это выход в прошлую локацию. А нет, это сразу сделать темных питомцев. Ну, точнее, не темных, а как они называются... технопитомцев, то есть тут все находится в одной локации, это интересно. А дальше у нас вот улучшится, я понимаю, питомцев, да, точнее превратить в другого, так, это зачаровать питомчиков. В принципе, вроде бы все то, что я здесь увидела, это интересно. Жалко, что тут монетов нет, а пока что тут и должен быть алмазный сундук, написано, что он еще... отключен, так сказать, его не добавили. Это смотрю, люди в кругу общения тут общаются все. В общем, да. Прикольная локация, мне понравилась. Самое крутое, я считаю, то, что тут не надо бегать по всем локациям. Тут сделаешь всех на питомцев, там сделаешь золотых питомцев, там сделаешь радужных. Все, в принципе, в одном месте. Что вы думаете об этом? Единственный минус, то, что мне не понравилось, то, что тут нету монеточек. Никаких там. Ну что, ребятки, на этом видео, к сожалению, подошло к концу. Я надеюсь, вам оно понравилось. Но вы не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, нажать на колокольчик. С вами была Вероника Мазур, и это Ника Шоу. Пока-пока!